Юров уровня менеджер. Да, и мы, компания Reflame, считаем, что бесплатная конференция – это очень важная инвестиция. Мы обязательно хотим инвестировать для наших будущих менеджеров, будущих лидеров. Ведь менеджеры – это наши будущие директора, наше будущее звание и наш будущий успех. А теперь представьте, если мы скажем вам, что… Стоп. Катрин, я прямо хочу подтянуть тут интригу. Ведь новости действительно очень крутые. Давай потянем чуть-чуть интригу. Представьте себя, что было бы, если вас и менеджеры могут принимать участие в международной настоящей золотой конференции. Да-да, правильно услышали. В 2020 году Oriflame дает шанс вашим менеджерам поучаствовать в золотой конференции. Катрин, представляешь, какой заряд мотивации и желания расти получают менеджеры, которым удалось побывать на золотой конференции? Да, и представляешь, Копани, я слышала такое, что очень многие наши топовые лидеры любят тоже участвовать в нашей менеджерской конференции, потому что наши менеджерские конференции очень известны своей энергетикой и очень крутыми тусовками. Поэтому будет возможность для всех золотых директоров участвовать и в менеджерской конференции. Мега-конференции, да? Итак, какой же формат нас ждет? Первые 4 дня менеджеры и золотые директора и выше проведут вместе на мегаконференции. А остальные уже 3 дня – это основная часть золотой конференции. Ну, Купани, а это когда это все у нас будет? Совсем скоро. Уже осень 2020 года лучшие из лучших соберутся вместе, чтобы отметить свой совместный успех. Я думаю, сейчас вопрос, когда или где? Где? Чтобы узнать это, давайте посмотрим небольшой ролик. Внимание на экран. Мы встречаемся в солнечной и яркой Турецкой ривьере. А? Катрин, правильно ли я понимаю, что Турция достаточно известный курорт для жителей стран СНГ? Да, Турция очень знаменитое место. Но, дорогие, не перепутайте, это не тур Турция, который вы можете купить в любом турагентстве. Это тур Турция, где любит себе купить, это очень такой эксклюзивная часть Турции, где любит себе купить недвижимость, такие звезды, как Лопес, вот эти молодые люди, там Анджелина, Джоли, все такие знаменитые люди. Вау, то есть мы будем соседами? Ну, точно я знаю, что мы все, которые поедем туда, мы будем искать, где они там живут, да? И еще я могу вам сказать, что в этой очень крутой гостинице, в которой мы будем с вами жить, осталось на саммите 20 больших стран мира на такой знаменитый человек, как Барак Обама. О, думаю, если этот отель будет по стандартам Oriflame.
хороший вопрос. Я знаю, что очень круто. Я уверена, что очень круто. Но мы туда отправили своего такого агента, который для нас все это проверил. Внимание на экран. Каждый год многочисленная команда организаторов трудится над тем, чтобы золотая конференция «Reflame» прошла в лучшем месте. Ведь это главное событие в жизни компании. Чтобы все прошло на высочайшем уровне, уже сейчас началась подготовка к мега-конференции 2020 года. Хорошо, я сделаю все, что от меня требуется, даже больше. Команда организаторов «Арифлейм» выбрали лучшие отели Турецкой Ривьеры и решили снарядить специального агента и признанного независимого эксперта популярных шоу телеканала «Пятница» Александра Молочко для их проверки. Александр известен своим внимательным подходом к вопросам сервиса и соблюдения правил в сферах обслуживания. Именно поэтому он был избран для выполнения этой ответственной миссии. Самолет с ним на борту уже заходит на посадку. Цель Александра Молочко – проверить, насколько выбранные отели соответствуют высоким стандартам «Арифлейм». Каждый из них будет оцениваться по одинаковым параметрам. Номерной фонд, зона спа, развлечения, рестораны, зоны пляжного отдыха. Александр к делу! Добрый день. Добрый день. Я спецагент «Арифлейм». Как же это вкусно. Я съел бы все, но нам еще нужно многое посмотреть. Thank you. Александр Молочко проверит все, до чего сможет добраться. Для этого у него есть специальное оборудование. Проверку я начну с номерного фонда. И остановлюсь вот на этом, самом обычном номере. Так, номер стандарт. Эх, лучший инструмент, который помогает нам узнать о качестве сервиса испокон веков, это, конечно же, мой платочек. И начнем с картины, где обычно всегда много пыли. Чисто. Номер очень большой, чистый, выполнен в европейском стиле из дорогих материалов. Здесь есть все для полноценного отдыха. Из номера открывается потрясающий вид на реку. Это номер стандарт другого отеля. А что мы имеем? Шкафы, 5 шкафы. А ванна где? А ванны нет? В шкафу. Подожди. А вот она, это оказывается Нарния. Очень, кстати, крутая задумка с дверями. Смотри. Так, ну что ж, проверим чистоту. Чисто. Настоящая роскошь, интересное решение. Не такой большой, как предыдущий номер, но очень уютный. На самом деле номер очень хорош, и флажок «Арифлейм» здесь стоит заслуженно. Пойдем дальше. После проверки номеров я решил немного отдохнуть в спа. Разумеется, шикарная турецкая баня и бассейн, который выходит из здания на улицу, не оставит меня равнодушным. Давай! Погнали! А это что за двери? Почему они закрыты? Я же из «Арифлейм». Вот это настоящая турецкая баня. Камень очень-очень сильно горячий. Сейчас на самом деле чувствуешь себя султаном. Этот отель известен своим спа. Оказавшись здесь, как будто попадаешь в сказочную пещеру, в которой тебя ждет настоящий праздник отдыха и релаксации. Саш, ты знаешь, у меня эти дни были очень тяжелые. И я считаю, что мне надо расслабиться. Я пойду на массаж. Когда устаешь сидеть в отеле, хочется выйти прогуляться, сходить в магазины в местные, в клубы, в бары и так далее. И вот я сейчас нахожусь на одной из таких улиц. Но самое интересное, что эта улица находится в этом отеле. Здесь даже светофоры есть. «Арифлейм», мечты сбываются. Алло, Дим,
Да. Ну, первый отель проверил. Выдвигаюсь во второй. 10 ресторанов, 14 баров, детский клуб, шоу-программы и много других развлечений доступны для гостей. Все для того, чтобы они не заскучали. Hello. You are from Russia? Not, I'm from Oriflame. I understand. Thank you. Здесь знают, что любят сотрудники Oriflame. Нет, конечно, изобилие фуршетной линии радует. Здесь итальянская, французская, немецкая, турецкая, даже русская кухни присутствуют. Многообразие уникальных вкусов и изобилие свежих овощей и фруктов. Свежевыловленные морепродукты и мясные деликатесы. И, разумеется, сладости и выпечка на любой вкус доступны гостям каждый день. А сейчас мне предстоит пройти самое тяжелое испытание. Проверить фудкорт в другой гостинице. Саша, останови меня. Саша, тормози меня. Я больше не могу есть, Саша. Давай ты. Разумеется, самое интересное я оставил напоследок. Дойти до этого местного пляжа слишком банально. Поэтому до него можно доплыть на комфортабельном катере. 100% катере. Ты знаешь, классно, когда у тебя целый километр пляжа, никто не мешает, и все море в твоем полном распоряжении. Самая длинная береговая линия в Турции 700 метров. Не собирайся, нам в следующий отель пора. Ты знаешь, в этом бассейне можно готовиться к триатлону. Чуть я бы не стал. Дай-ка руку. Я пробежал ради вас на побережье Турции. Проинспектировал сотни отелей и выбрал только лучшие. Мы ждем вас в турецкой Ривьере. До встречи. Это было невыносимо. Невыносимо круто. Все на почте. Отлично, я как раз уже смотрю. Все очень здорово, миссия однозначно выполнена. Спасибо тебе, но не все так просто и не все так быстро заканчивается. Судя по предыдущей квалификации на конференцию в Турцию, у нас невероятный ажиотаж. И я вижу, что нам, скорее всего, нужен будет еще один, а то и два отеля. Так что нам снова нужна твоя помощь. Ты готов? Я всегда готов. Я выполню эту миссию на 100% и даже больше. Отлично, уверен в тебя. Я полетел. В общем, в этом году 300 человек уже. Спасибо, Александр. В следующем году мы планируем в любом случае больше. Ты проделал огромную работу. И удачи в новой миссии. Ну как, у вас появилась полная уверенность в качестве. Сколько вы думали, что надо салфетки с собой, да? Сразу, в начале. И сколько кушать можно? Я раньше вам не сказала, но этот резорт, это all inclusive, это все включено 100%, так что это очень круто. Ну давайте подведем итоги, что же такое мегаконференция и почему это круто. Во-первых, квалификационный период выравнивается между лидерами, которые квалифицируются на золотую конференцию, и менеджерами. Во-вторых, возможность участия в мегаконференции всей командой. И менеджерами, и золотыми директорами, и выше. Вместе больше мотивации и драйва. И как я уже вам сказала, этот ресорт все включено, ультра все включено. Такого раньше не было для золотого конференции.
как квалифицироваться на золотого конференция, это вы все знаете, да? Уже начиналась квалификация из этого каталога, и вся информация есть на сайте. Да, и условия квалификации для менеджеров будут объявлены в каталоге номер 11. Внимательно следите за новостями компании. Ну как? Поедем? Круто. Да? Увидимся на новой золотой мегаконференции 2020 Турецкая Ривьера. Спасибо. Спасибо вам. Круто, мы начинаем работать, начинаем набирать команду с 11 каталога. Через 5 каталогов уже начинается квалификация на менеджерскую конференцию, друзья. Поэтому пишите заявочки.